Плющенко Ксения Власюк учится в Брестском государственном техническом университете на третьем курсе. Она будущий управленец в сфере экономики и управления на предприятии. За стенами университета она профессиональная модель. Ксения участвовала в десятках модельных показов белорусских брендов и дизайнеров и около сотни профессиональных съемок. А участие в «Мисс Беларусь» – вызов самой себе. Я еще с 2017 года очень хотела принять участие в этом конкурсе, но в связи с возрастом я не могла этого сделать. И в этом году все сошлось на том, что и возраст позволяет, и желание есть, и родители, огромная поддержка была для меня, и я решила попробовать себя в этом конкурсе. Самым первым это был городской этап, который проходил в феврале у нас в Бресте, и из этого этапа вышла четверка девушек, и я входила в эту четверку. Конкурсная программа была разнообразная. Участницам предстояло показать свое умение дефилировать, демонстрировать костюм и сценическую культуру в 5 блоках соревновательного вечера. Один из них был интеллектуальным. Юным красавицам необходимо было ответить на вопросы из зала. Этот конкурс стал для Ксении самым волнительным. Самый стрессовый этап конкурса – это когда нам сказали, что будет десятка, которая будет отвечать на вопросы на сцене. Это самое стрессовое было. А так все репетиции проходили на очень хорошей ноте. Было очень много знаний, очень много интересного узнавали. И, в принципе, с хорошим настроением всегда и с легкостью. Войти в топ-10 финалисток национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2023», а затем стать первой вице-мисс. Сама Ксения признается, что вначале не знала, радоваться или плакать, ведь до заветной «Мисс» не хватило буквально чуть-чуть. Когда меня объявили на сцене, на самом деле у меня пропали все эмоции, и я не знала, радоваться, грустить или и что вообще со мной происходит. Вот. Поэтому эмоции я ощутила только на следующий день, и они были непередаваемые. Родители тоже были в восторге, у них было очень много эмоций, и они сами не верили. Вот даже подружкам после конкурса, когда я звонила, они не знали, что мне ответить. Со стороны Ксения выглядит строго и сдержанно, однако на самом деле внутри она очень мягкий, открытый и веселый человек, который всегда готов к приключениям. Также и жизни строгая профессия и нежное и красивое увлечение – моделинг. В свободное время я занимаюсь модельной сферой. Это съемки, участие в показах. Также я занимаюсь танцами. С детства очень люблю это занятие. Занимаюсь подготовка к университету, провожу время с близкими и родными. Я учусь на экономическом факультете Брестского государственного технического университета уже на третьем курсе. В ближайшее время девушка не планирует участвовать в конкурсах. Нужно отдохнуть от интенсивной подготовки к «Мисс Беларусь». Ксения признала, что это для нее просто увлечение, а свою жизнь она планирует связать с получаемой специальностью, что подтверждают преподаватели, характеризуя девушку только с положительных сторон. Ксюша очень замечательный студент. Она очень активная, но если брать ее человеческие качества, они, наверное, вот превышают, если мы будем говорить, какие-то студенческие, то, что касается учебы. Она всегда у нас откликается на различные наши мероприятия, на те мероприятия, которые проводит штаб трудовых дел. Занимается также у нас волонтерским движением, то есть если нам необходимо, ребята, для каких-то добрых дел, там помощь животных поддержать или Дывинский детский дом, Ксюша нам всегда, конечно, помогает. У Ксении я преподавала на втором курсе целых 2 семестра дисциплину экономика организации, была также у нее руководителем курсовой работы. За время обучения Ксения показала себя как целеустремленный, добрый, ответственный человек, ну и просто красавица, а мы всячески ей помогаем ей развиваться и не только творчески и профессионально, но и помогаем повышать свои профессиональные знания. Мы поздравляем Ксению с полученным титулом и желаем успехов в той сфере, которую она сама для себя выберет. Ведь самое главное то, что Брещина уже гордится своей землячкой. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.